Всем привет! Ой, эти два дня были просто замечательными. Эти два дня в Милане в среду и вчера в четверг во всей Италии был праздник, были праздники. И поэтому наша семья решила поехать за Милан в их домик загородный. И мы побываем в некоторых местах, которые находятся все вблиз озера Гарда. И в первый день мы приехали в Сермионе. И вот какой Сермионе. Смотрите. Una foto con gli amici. Dai, metti. Привет. Да, можете мне завидовать, но я сейчас нахожусь в курорте, но сейчас тут почти что никого нету, зато есть мы. И место прекрасное. Вот. Да, это была вилла того древнеримского поэта Катула, если помните. Но сейчас не видно ее. На следующий день было холодно, был сильный туман, но я ничего не боюсь, и я пошла гулять сама. Красота. Звон, я бы себя чувствовала героиней сумерек, потому что, посмотрите. Школа. Так выглядят виноградники зимой. Винишка пока нету. Старая романская церквушечка. Красавица. Под конец нашего путешествия мы вообще хотели поехать в Падову, но потом не получилось. Потом мы решили поехать в Мантову, потому что все это находится близко-близко. В общем, это местоположение на озере Гарда великолепно. Там и Верона недалеко, и Милан, и Падуя, и Мантуа. Замечательно. Но под конец был страшный туман. Посмотрите на это. Как было из окна. Туман. Все-таки мы решили поехать в два маленьких городочка. Один называется Кастелларо. Второй, я Ванеджо, по-моему, называется. Характерно, что там есть маленькая часть города, которая построена прямо на реке. Спасибо.
Под конец мы поехали, но было довольно страшно вначале, потому что туман еще не спал, и вот какая была видимость на дороге. Но все-таки мы доехали. Я очень рада, я благодарна семье Дакунти за эти 2 дня. Также с нами были их бабушка и дедушка. В конце этого видео я хочу сделать маленькое обращение. Я хочу это видео посвятить моей маме, у которой завтра, в субботу, уже день рождения. И это будет также для нее маленький подарочек, потому что, мама, я, если ты меня смотришь, я обязательно тебя свожу по всем этим местам. Всем чао, хорошего времени суток, где бы вы ни находились, что бы вы ни делали, и до скорого.